Любимый вид спорта топик по английскому языку. Давайте с вами разберем примеры, можно сказать, удачных предложений, насыщенных лексикой про различные виды спорта. Итак, вначале поговорим о таком виде спорта, только здесь не нужно смеяться, если это шахматы. Ну, because шахматы, chess is a kind of sport. Шахматы – это вид спорта. Итак, в принципе, можно сказать следующее предложение. I started playing chess. Я начал играть в шахматы when I was 6, когда мне было 6 лет. Chess develops our analytical skills. Шахматы развивают наши аналитические способности. I get real pleasure out of playing chess. Я получаю истинное удовольствие от игры в шахматы. Значит, есть, в принципе, выражение get real pleasure out of doing something, получать реальное удовольствие от чего. Давайте еще раз. I started playing chess when I was 6. Chess develops our analytical skills. I get real pleasure out of playing chess. Ну, для кого, может быть, шахматы не по душе, давайте поговорим про более активный вид спорта. A more active a kind of sport, football. I can score many goals during the match. Я могу забить много голов во время матча. I like playing in a team. Мне нравится играть в команде. I'm a good team player. Я хороший командный игрок. I like football. Мне нравится футбол, because it's a team sport, потому что это командный вид спорта. I like football, because it's one of the best sports in the world. Потому что один из лучших видов спорта в мире. Итак, еще раз. I can score many goals during the match. I like playing in a team. I'm a good team player. I like football because it's a team sport. I like football because it's one of the best sports in the world. И так с вами поговорим про бег, jogging, или по-другому running, как называют. Итак, I took up, я начал заниматься jogging, бегом, 3 years ago, 3 года назад. This kind of sport has changed my life for the better. Этот вид спорта изменил мою жизнь к лучшему. It helped me to lose weight. Это могло мне потерять вес. Значит, смотрите, take up – это начинать какое-то хобби. Например, I took up tennis – я начал заниматься теннисом. I took up chess – я начал заниматься шахматами. I took up football – я начал заниматься футболом. Еще раз. I took up jogging 3 years ago. This kind of sport has changed my life for the better. It helped me to lose weight.